Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить Dead Island. Ребят, всем приятного просмотра, поехали. Так, следующая у нас миссия. Похоронить мертвых, потом торжество правосудия. А нет, еще будет квест, я помню. Вот давайте, чтобы туда-сюда и ходить, сразу. Перемещусь на площадь. Вот прям сразу. А то вдруг забуду. Там будет просто квест, и я не хочу его потом... Подождите! Мы отправили нашего друга Билла в полицейский участок, чтобы он нашел там что-нибудь, что позволило бы нам убраться с этого проклятого острова. Билл пока не вернулся, и мы беспокоимся, не случилось ли с ним чего. Вы не поищете его. То, что он искал, может и вам здорово пригодиться. Угу. Ого. Хорошо. Вам лучше поскорее туда отправиться. Ну давай, давайте. Сразу два квеста выполнил там. Чтобы не бегать. Туда, потом снова. Туда. Ну, в общем, чтобы по два раза еще не бегать. Выполнил эти квесты. Так. В общем, ребят, встретимся мы с вами в полицейском участке, наверное. Ну что ж, вот мы и в полицейском участке. Надо с вами сюда. Или зомбари тут были. Теперь сейчас пробежим.
От меня этого сраного ублюдка! Заранее знаете, что нежели тебе бежать по три лаза. Вот это, что у нас тут? Полицейский участок. Батарея, дезодорант. Батарея еще одна. Электронный хвост. Да, уходим. Либо у Патрика. В общем, как-то так. Что ж. Вот это мы с вами уже. Ну вот я и в заброшенном доме. Значит, вот они. Поговорите с Ником. Он поймет, что с ними делать. Может быть, нам все же пришлют эту проклятую помощь. Да мы уже с ним поговорили. И почему-то он через рацию разговаривал. Ладно. Продолжай. Так. Давай тоже. Перейдем мы с вами в церковь.
Благословенно ты между женами. Хорошо. Да. Дело сделано. И у меня еще одна просьба. Еще одна? Мне нужно ружье. Я хочу убить подонка, который убил мою жену. За это я отдам вам все. Просто я должен это сделать. Вы со мной? Ну ладно, хрен ли. У моего соседа было ружье. Я думаю, оно все еще там. Я видел его полусожранный труп. Очевидно, он выбежал наружу, не взяв ружье с собой. Судный день. Сразу выполним. Он тут пожар устроить решил. От огня сдохнет. Ugh.
Я начинаю приноравливаться. Да помогите же, черт возьми! Yeah.
Один удар, отскок. Отлично. Спасибо. Судный день настал. Грешники заплатят за все. Коротко заканчивается. И все, последняя миссия. Даем и выезжаем на курорт. Очень хорошо. Вы совершили праведный поступок. Так, давайте чисто ради денег. Вот можно рядчиками. Возьму эту Габриэль и продам ее. Потому что она мне нафиг не дала. Может, это бы прорекламировать, но... Так, лук, кстати, может быть модификация делать? Раскаленный металл, краткозамыкание. Вот что делать? Как говорят, мой папа, мой лучший батарейк, могут быть только две батарейки. Помотать или грызть. Вот что сейчас активное оружие будет подходящим смыслом. Проверено на деле. Давайте короткое замыкание. Не воспользовался, блин, фомкой ни разу. Ну-ка, на фомку есть чинить? Нет. Бомба из баллона можно сделать, или банку с мясом. Давайте-ка бомбу из баллона. Ага. Так, все. Много трупов. Посмотрите на них, они начинают разлагаться. Их нужно закопать, но голыми руками столько трупов не закопаешь.
А? Принесите мне лопату, и я сделаю то, что нужно. Фомку, допустим. Давайте Фомку сохранить, положу. И вот это положу. Фонд Габриэля я не продал. Ладно, продам курок. Ну что ж, погнали.
опять погиб. Слава богу. Я думал, все потеряно. От голода народ начал сходить с ума. Уже стали поговаривать о том, чтобы есть трупы. Но ведь тогда мы все превратимся в этих тварей, верно? Того, что вы привезли... Того, что вы привезли, нам хватит еще на пару недель. Жаль, что не все дотянули. Но вы, наверное, хотите узнать, нашелся ли тот парень с радио? Да. Конечно! Увы, порадовать ничем не могу. Я уже говорил вам, что нашей рации не хватает мощности. Доминик с ребятами пошли в отель, чтобы попробовать тамошний передатчик. От них не было никаких вестей уже двое суток. Вы наша последняя надежда. Вы должны найти Доминика. Надеюсь, что он еще жив, потому что кроме него антенну наладить никто не сможет. Окей. Доберитесь до какого-то отеля. И давайте на этом мы с вами закончим. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.